Они не дождутся, чтобы попасть домой после своего долгого дня. Их супруги идут спать. Их дети засыпают. И они желают просто уединиться. Для чего? Только чтобы иметь связь с Аллахом Святым и Велик. Плакать перед Ним. Жаловаться Ему. Поговорить с Ним Святым и Велик. Вы обнаружите, что вне зависимости от того, в нужде ли они пребывают или нет, имеются ли у них проблемы или нет, они просто любят поговорить только лишь с Аллахом, Святым и Велик. Они делают дуа, когда нуждаются в чем-либо, и также делают дуа, когда и не нуждаются ни в чем. Потому что многие из нас забыли, что нужно делать дуа не только, когда нам что-то нужно от Всевышнего Аллаха. Ты не должен быть человеком, который обращается к Аллаху только, когда что-то нужно, или же когда получилась неприятность, или когда одолели трудности. Уверовавший не делает различия. Для него, прежде всего, это Аллах. Они обращаются к Аллаху как в состоянии счастья, так и в состоянии печали, когда нуждаются в чем-то и когда нет. А знаете почему? Потому что они по-настоящему любят Аллаха, Святой и Велик. Поднимите руки тех, кто когда-либо любил кого-то. Я думаю, каждый женатый здесь должен поднять свою руку. Вы должны любить свою жену или мужа, так ведь? Итак, те из вас, кто сказал, что любит свою жену, и те, кто сказал, что любит своего мужа, я предполагаю, что вы женаты несколько лет. Так? Мы говорим о тех, кто женат более чем 10 лет. Я уверен, что ваша любовь стала обычной, и вы привыкли к ней, так? Давайте окунемся на 10 лет назад и вспомним, когда вы впервые встретили свою половинку. Какой была ваша любовь тогда? Когда вы были помолвлены? Что вы делали? Ваши любимые все время были у вас на уме. Так? Когда вы ложились спать, то думали о них. Когда просыпались, то первое, о ком вы думали, это они. Это становилось почти вашим ежедневным поминанием. И когда вы любите человека так сильно, он всегда у вас на уме. Вы хотите позвонить ему, вы желаете поговорить с ним. Когда вы в университете сдаете свой экзамен, вы поневоле неожиданно пишете имя своего любимого человека, думая при этом, что я делаю, так? Вы видите их везде, куда идете. По сути, вы не нуждаетесь в них. Но потому что вы чувствуете свою привязанность к ним, то есть из-за любви, вам кажется, что вы хотите с ними поговорить. Вы находите себя вспоминающими их. Так вы начинаете делать зикр. Но ваш зикр – это любимый. С другой стороны, представьте, что вы уехали за границу. Кого вы начинаете вспоминать? Вы вспоминаете любимых. Когда вам больно, кого вы вспоминаете? Вы вспоминаете своих любимых. Чем больше вы отдаляетесь от своих любимых, тем больше вы вспоминаете их. Не потому, что вы нуждаетесь в них, а потому, что вы любите их. Аллах должен быть самым любимым для вас, чем кто-либо еще. А если вы любите кого-либо больше, чем Аллаха, Святой и Велик, слушайте внимательно. Если вы любите кого-либо больше, чем Аллаха, Святой и Велик, то я бы сказал, что вы очень рискуете в один день стать ущербными для себя же. Вы рискуете тем, что, возможно, совершением суицида. Я не шучу. Почему? Потому что что бы или кого бы вы не любили больше, чем Аллаха, в один день они покинут вас. Ваши супруги не принадлежат вам, и ваши дети не принадлежат вам, ваше имущество не принадлежит вам, даже вы сами не принадлежите себе. Мое доказательство? Когда вы родились, вы родились плачущими. Вы не хотели появляться на этот свет. Вы сказали, заберите меня обратно назад. Но вы должны были появиться, потому что вы не принадлежите себе. Вы не властны над собой. Когда же приходит время умирать, вы не способны продлить свою жизнь даже на минуту. Почему? Потому что вы не принадлежите себе. Если вас постигает болезнь, вы не можете просто избавиться от нее, потому что вы не подконтрольны себе. Вы бы спасли любимых людей от смерти, но вы не можете, потому что они не в вашей власти. Ничто не принадлежит вам. Нам ничего не принадлежит. Даже мы сами. Мы все принадлежим Аллаху Святому Велик. От Него мы пришли, и к Нему наше возвращение. Так что если вы любите что-то временное, то вспомните, что сказал Абу-Бакр, да будет доволен им Аллах. Во время смерти нашего любимого посланника Аллаха, алейхиссаляту вассалям. Что случилось?
Умар, да будет доволен им Аллах, встал, и он взял свой меч, говоря, «Если кто-либо скажет, что посланник Аллаха умер, то я отрублю ему голову. Я не верю, что он умер». Али, да будет доволен им Аллах, был в шоке. Он не мог разговаривать. Другие сподвижники упали на землю и не могли ходить. Один сподвижник сказал, «О Аллах, если это правда, то лиши меня зрения, чтобы я не видел больше никого, кроме посланника Аллаха, алейхиссаляту вассалям, после этого». Другой сказал, «О Аллах, если это правда, то умертви меня, так как я не хочу жить и минуты более после этого». Они любили посланника Аллаха, алейхиссаляту вассалям, по-настоящему. Но что сказал Абу Бакр, да будет доволен им Аллах? Он повернулся к людям и сказал, «Кто поклонялся Мухаммаду, саллиллаху алейхи вассалям, то Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, умер». Он ушел. Но кто любит Аллаха и поклоняется Ему, то Аллах вечно живой, и Он никогда не умрет. Представьте, если бы Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, не пришел бы и не напомнил бы людям, что ваша любовь прежде всего должна быть к Аллаху Святон и Велик, что объясняет, почему Аллах Святон и Велик не оставил своих пророков жить навсегда. Потому что все, возможно, закончилось бы тем, что люди начали бы поклоняться им вместо Аллаха Святон и Велик. Их любовь к пророкам превзошла бы любовь к Аллаху. Зная, что они покинут нас, забыв, что они пришли от Аллаха, вы бы не полюбили этих пророков, если бы не было любви к Аллаху. Обращение к Аллаху Святой и Велик является уроком, потому что Аллах вечно живой, и Он никогда не умрет. Аллах со мной, куда бы я ни пошел. И когда вы умираете, то возвращаетесь к Нему. Так что настоящая любовь только к Аллаху. Потому что когда временный объект любви покинет вас, вы станете губительным. Я помню, когда... Здесь вы называете это начальная школа, мы называем старшая школа. Правильно же? Начальная? Начальная – это старшая или средняя школа. Я помню, когда во втором классе своей школы мы обычно ходили в школу, и там был мост, который мы пересекали, расположенный над рекой. В один день мы шли в школу. Это было в Австралии. И там был труп. Да, там был труп в реке. Этот человек спрыгнул с моста и покончил с собой. Приехала скорая и так далее. Мы же, будучи детьми, задавали много вопросов. Как он умер? Из-за чего он умер? Что случилось? Он оставил записку. Очевидно, он был не мусульманин, то есть не знал своего предназначения. В записке было сказано, что его давняя подруга бросила его и ушла к другому. Так что у него не было больше смысла жить. Поэтому он убил себя. Он не смог перенести эту боль. Пречист Аллах. Пречист Аллах. Он поклонялся своей подруге. Вся его жизнь была посвящена этой подруге. И когда эта подруга покинула его, он покончил с собой. Вы помните того актера? Как его имя? Робин Уильямс? Кто-нибудь знает Робин Уильямса? Комедийный актер, да? Робин Уильямс, известный актер. Из Америки, очень известный актер. Он совершил самоубийство около 2 лет назад, или чуть меньше. У него было все богатство этого мира. Всегда можно было видеть его веселым, улыбающимся, шутящим. Но он жил от развода к разводу, и в конце концов он повесился. Он покончил с собой. Нет смысла жить. Почему? Очевидно, что там не было любви к Аллаху Святой и Велик. Отсутствовала цель, которой является Аллах.